начинает вставать. Все, промерили. И начальник пришел здесь, попросился у меня остатки труб во дворе оставить. Я показал, и хорошо. Вот он уже начинает. Им нужно углубить как колодец. И там они дальше начнут трубы вставлять. Газ проводит, он сказал. Я замерил, так диаметр примерно 11 сантиметров. Уже 12. Рядом прям вываливают. Чтобы удобнее заваливать было, наверное. Там машина поехала. Вот так. Понятно, помогают. Тут потом дальше посмотрю, как надо будет делать. Я познакомился со всеми ими, визиточки дал. И начальник их попросился во двор. И правильно, их запирают, чтобы Господь сохранил их. Говорят, работа работает. Мне просто интересно. Никогда этого не видел. Сейчас уйду, руки замерзли, погреюсь, опять приду. А там наш котенок по дереву. Вот он, результат. Какой-то короткий хвост. Как все властится, как его не утащит. Ну и вот.